Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю новый влог и хочу вам сейчас показать свои заказы с Wildberries. У меня тут вот такая коробища. Вот, куча всего. Я вместе с вами, я сейчас получила, на самом деле это несколько у меня заказов, просто я так получилось, собралась все в одно, и я решила сразу все получить и показать вам. Первое, самое главное, что я заказала, сейчас вам покажу. Вот так вот все это упаковано. Очень хорошо. Такая огромнейшая канистра. Я ее сейчас распакую. Спасибо, что все хорошо упаковано вот в такую пупырку, чтобы пупырку, я ее так называю, эту бумагу. Смотрите, что я заказала. Опа! Вообще, я знаю, продается вот эта белизна, но она много где продается, и в ленте, и в фикс-прайсе, и много-много-много где. Я увидела на Wildberries 5 литров. 5 литров получается очень-очень выгодно. Я использую ее везде, где только можно. У меня остались, как раз вот закончилась сама бутылка, которая такая, как, ну, с носиком таким. Я перелью туда. Я использую и для мытья сантехники. Добавляю немножко, мою полы. Отбеливаю. У меня есть такие кухонные и тряпочки, и полотенца белые. Отбеливаю очень хорошо, отбеливает, пятна выводит. Также могу постирать, добавить чуть-чуть при стирке белых вещей. И когда стираю всякие пледы, ну, всякие подстилки для животных, тоже хорошо убирает запах. Главное потом хорошенечко простирнуть, чтобы не пахло животным. Также мою этим средством вокруг лотков. Очень хорошо убирает запах. Главное не переборщить, потому что котам может тоже не понравиться. Пахнет хлоркой. Вообще это хлорка в виде геля. И, кстати, да, можно еще прочищать трубы, немножко залить, например, ну как, в раковину, да. И, в общем, средство у меня это в ходу. Я его достаточно часто покупаю. Раньше я покупала здесь 5 литров, если я не сказала. Раньше я покупала еще очень часто просто такую белизну в бутылке, в ленте. Она продавалась чуть там 11 или 15 рублей стоила. Просто как водичка, просто хлорка. Но гель мне нравится больше, он более экономичный. И, ну, короче, я его использую везде. Потому что вот той водичкой, просто белизной, очень сложно помыть, например, ту же сантехнику. То есть она как вода. А это гель. В общем, супер. Я прям, мне хватит на самом деле надолго. Это классно. У нас сейчас идет дождь, у нас достаточно пасмурно сейчас, но, в общем, да. Так, давайте еще из бытовой химии всякой. Я снова купила вот это средство для мытья посуды. У них есть тоже в больших канистрах по что-то, по-моему, 2 литра или что-то такое. Но, получается, по скидкам было выгоднее купить литр здесь. Литр, да? Да, здесь литр. Очень мне понравилось это средство. Не сушит кожу, приятное, хорошо отмывает. Я мою им и столешницу, и, в общем, все-все-все на свете, короче, тоже мою. У меня универсальные средства – это белизна и вот это средство для мытья посуды. Я, на самом деле, разные использую, но вот это вот очень мне понравилось. И как раз себе в запасы бытовую химию. Дальше. Читала много очень положительных отзывов о бытовой химии, белорусской бытовой химии. И я купила порошок. Вот такой порошок, 2 килограмма. Очень много и на Wildberries, и не только положительных отзывах о вот этой марке. Вообще, это он так пахнет, да. У меня прям, ну, у него такой прям сильный запах. Не химозный, такими какими-то цветочками, что ли, пахнет. Ну, прям такой сильный аромат. Здесь еще есть кондиционер, но я решила попробовать порошок. Произведено в Беларуси. Очень много хвалебных прям отзывов именно об этом порошке белорусском. Я его нигде больше не видела, кроме как на Wildberries. Вот, так что попробую, потом обязательно тоже расскажу. Вот. И еще я взяла вот такой вот белорусский, это тоже белорусский, спрей пятновыводителя. Мне очень нужен именно пятновыводитель, именно спреем, потому что я на мужские футболки вот в этой области, да, от следов дезодоранта обычно пшикаю каждый раз при стирке. Ну, тоже запахов, если какого-то.
Поэтому мне очень удобно вот таким вот спрейчиком использовать. Вот, против сложных пятен, без хлора и фосфатов. В общем, вот такой вот. Тоже попробую. Но отзывы такие. Я думаю, что застарелые пятна, наверное, подобные средства не выводят. Но отзывы есть и хорошие, есть и плохие. Вот такой вот тоже. Я вам на все ссылки оставлю, но вот это я не пробовала. Так, из бытового еще, что у меня тут? Заказала вот такие, показываю сразу, как упаковано. Что-то я выбирала, в итоге не то, что хотела, выбрала. Ну ладно, заказала вот такие для орхидей горшочки. Единственное, что я хотела, чтобы был стаканчик в стаканчике. Вот, а у меня получается он вот такой вот с... Что-то я там выбирала, и в итоге, как вы понимаете, плохо выбрала, короче. Потому что я орхидеи поливаю, я их вынимаю и ставлю в... То есть поливаю путем замачивания, да? Здесь, если вставить, наверное, тяжело будет вытаскивать вот этот поддон. Да? В общем, ладно, разберусь, если что... Просто вот так вот буду ставить. Видите, здесь такие вот штыречки, и нужно вставить вот сюда. Короче, выбирала, в итоге выбрала не то, что хотела. Потому что у меня обычно у орхидей такой стакан в стаканчике, знаете? Вы поняли, о чем я, да? Я надеюсь. В общем, ладно, вот такие горшочки тоже. Кстати, там на Вальберис получается дешевле вот эти всякие кашпо для цветов и всего остального. Получается дешевле. Так, заказала еще крем для рук. От Натуры Сибирики. Мне... Я возвращаюсь потихонечку к этой косметике. Я одно время очень часто ее покупала. Особенности мне нравились такие крема для рук в тюбиках. Ну, в общем, заказала вот такой большой объем. Получается повыгоднее. Сос восстановления, биокрем для рук. Давайте попробуем нанести его. Ну, такой приятный косметический аромат. Обычный кремушек. Сейчас как раз его и нанесу. Ну, такой приятненький. Так, дальше. Еще из бытового я заказала ковшик. У меня на самом деле в доме нет ковшика, представляете? Нет, точнее есть, но он такой эмалированный, старенький, знаете, времен юности. В общем, заказала вот такой вот ковшичек маленький. Он, по-моему, на 1 литр всего. Беленький, с носиком. Ну, в общем, мне пойдет. Мне для чего-нибудь нужно. Для чего-нибудь мне нужно, девочки. Так, дальше. Также для рук я заказала вот такое маслице. Сейчас тоже открою. На него очень много положительных отзывов, но многие его используют не как масло для кутикулы, а как просто масло. Это, я так понимаю, производство Россия. Экстракт состав экстракт травы Монарды. СО2. Вот такое вот маслице. И я не знаю, девочки. Слушайте, у меня здесь все пахнет вот этим порошком. Но приятный аромат такой, цветочный. Не химозный. Вот такое маслице. Его используют, я так поняла, по отзывам и на волосы, и на лицо. В общем, по-разному его используют. В общем, эффективно борется с перхотью. Заживляет раны, препятствует нагноению. В общем, такое маслице в кожу головы можно для... Ой, даже для грибков, при грибковом поражении ногтей можно использовать. Вот. Ну, не знаю. В общем, тоже куча положительных отзывов. Я хочу его использовать как маслице для кутикулы. Вот. Наверное, как-то так. В общем, Монарда, да? Монарда. Монарда, наверное, да? Если я неправильно поставила ударение, извините. Так, следующее, что я заказала. А следующее я заказала. Одна из моих зрительниц мне писала про эту щеточку. Вам огромный привет. Я думаю, если вы меня смотрите, вы поняли, про кого я сейчас говорю. А это вот такая щетка. Я ее на самом деле купила. Вот она мне купила, писала, что вроде 100 с чем-то рублей. А я купила 100 рублей ровно. Она стоила. В общем, такая... щетка вот с такими зазубринами, которая из ковров или пледов каких-то можно вычесать шерсть.
Конечно, у меня дом большой, ковров у меня много, животных у меня много, и почистить все ковры вот так за раз, наверное, нет, но я попробую. У меня бывает иногда такое вдохновение, я могу сесть и прямо, знаете, медитировать буду чистить. Но, по крайней мере, диванные пледы или что-то такое я точно обязательно почищу ей. Ну, ковры попробую, естественно, потому что у меня, особенно от гладкошерстных животных, очень много шерсти. И попутно я заказала им вот такую щетку. Много положительных отзывов. Вообще профессиональные вот такие щетки, они стоят достаточно дорого. Порядка 2000 я видела в зоомагазинах. На Вайлдберрис там она что-то 300 рублей стоила. Не знаю, может, это какой-то китайский. Я, короче, не знаю, как это открыть. Может, это какой-то китайский аналог. Вот такая вот щеточка для вычесывания. Она вычесывает прям под шерсток и все остальное. Единственное, вот такими щетками, это мне ветеринар говорила тоже, ими нельзя часто вычесывать. То есть, там, в период линьки, например, там, или... То есть, какой-то промежуток, иначе можно испортить какой-то долевой ворс, или какой-то такой, как-то он называется, в общем, какой-то ворс можно им испортить. Поэтому часто увлекаться вот такими, говорят, нельзя. У меня на самом деле расчесок для моих животных, девочки, больше, чем у меня. Я вам честно признаюсь. Ну, попробую сейчас кого-нибудь найду из хвостатых. В общем, пока нет, пока на улице идет дождь. И я буду заниматься удалением шерсти ото всех. Вот. Блин, надо же так вот. Я выбирала и выбрала не то. У меня обычно вот такие вот, видите? То есть стакан в стаканчике. Я хотела точно такой же. Очень удобно. Вытащил, поставил воду, они напились. И поставил потом обратно. Вот такой вариант удобнее. У меня просто есть вот такая новиночка. Я не знаю, показывала я вам или нет. Это мне подарил тоже муж. По-моему, я показывала. В общем, он когда заезжает в магазин Оби или какой-то, или где есть орхидея, он мне привозит орхидею. Такая, смотрите, какая красивая. Она такая маленькая. Мне кажется, я ее показывала. Она у меня уже давно, мне кажется, стоит. Вот. Я как раз для нее заказала, правда, горшочек для нее большеват. Я заказала горшочек еще для детки, думаю. Ну, или вдруг муж еще мне подарит орхидею, да? Поэтому... Не знаю, вот это неудобно, конечно. Также я, когда поливаю орхидеи, я сверху еще заливаю водичку. В общем, короче, ковшик. Ковшик вообще нужен, да, девочки? Видите, здесь вот такие штыри. Вот такой вариант не очень удобен. Но если их вставить, наверное, тяжело будет их оттуда вытаскивать потом. Ну да, видите, они... Вроде ничего. Очень ладно, разберусь. Я, знаете, сколько выбирала эти горшки? Сколько времени? Слушайте, на самом деле, вот этот порошок белорусский, он вкусно пахнет. Но он, правда, единственное, что прям ядрёно пахнет. Прям сильный аромат. Мне кажется, для аллергиков не подойдет. Но его любят за аромат и за то, что он хорошо отстирывает. Такие сложные пятна, наверное, все-таки нужно использовать пятновыводитель, но... Порошок, говорят, классно. Как раз сегодня и попробуем. В общем, вот такие вот у меня были покупочки на Вайлдберрис. Самое главное, моя белизна. Очень она мне нравится. Остальное все. И вот это вот тоже. Давно я хотела, но мне жалко 2000, хотя у меня животных много. Попробую этим, если может. Тоже. Но вообще профессиональные такие, да, вот эти вот, они где-то по 2000 стоят. Я за 300 рублей. Это, наверное, какая-нибудь китайская подделка. 100%. Вот, в общем, попробую сейчас, почешу своих. Вот. Ну и, конечно же, ссылки на все, что я вам сегодня показала, я тоже вам оставлю под этим видео. Ну что, щетка классная. Правда, все от меня сбежали. Тут чуть-чуть еще Джуса, он какие-то ветки вытащил, Леофана. Смотрите, это все в основном с Бонны. С учетом того, что я недавно ее вычесывала. Сейчас пойду Каспера искать. Ну что, Каспера я тоже поймала. Расчесала. Сидит там, дуется. Ему, кстати, не нравится.
когда я его расчесываю. Неважно, какой расческа, хотя я его расчесываю, вот ему сколько, 12 лет. 13 будет. И всю жизнь он каждый раз после вычесывания меня ненавидит. Да, Каспирюшенька? Каспирюша, я люблю тебя, душенька моя. Ребенок мой любимый, родной. Ты мой сладенький. А я тут что? Я тут решила почистить вот этой штукой ковер. Скажу сразу, вот этой штукой, видите, у нее тут такие зубчики миленькие. Только ковры или что-то ворсистое. Потому что, например, вот такую ткань цепляет за нитки и, видите, как бы царапает, может порвать. То есть надо быть очень-очень аккуратной вот с такой обычной тканью. Но вот это огонь. Хотя я думала, что ситуация с ковром у меня будет хуже. Хорошо очень, видите, как приподнимает даже вот эти ворсинки. Единственный минус, что все это делаешь на карачках. Была бы вот такая штука с длинной палкой, было бы вообще супер. У меня есть еще такая швабра, знаете, с такими силиконовыми ворсинками. Именно швабра. Но ей очень долго. Очень долго. Вот этой намного быстрее пройтись по ковру. Вот сколько я насобирала шерсти. Но я не пылесосила 2 дня. 2 дня не пылесосила. И вот такое количество шерсти. Здесь у меня, я так понимаю, джусина. Ну, всех шерсть. Вот. Я думала, что я вообще, наверное, из ковра вычешу. Непонятно сколько. Нет, у меня все-таки хороший пылесос. Вот. Пылесос у меня Томас, если что. Но ему тоже уже 7 лет, может быть, даже 8. В общем, штука классная. Единственное, что, конечно, каждый день ей не почистишь. Но раз там в неделю, ну, с учетом количества моих хвостатых, да, раз в неделю вот так вот пройтись можно. Единственное, что ковер, опять же, который безворсовый, да, а такой, как типа плетеный, вот эта штука может его попортить, потому что она цепляет. Так что, но для ковров огонь. Если у вас есть какие-то пледики такие, знаете, ну, с ворсинками, да, ворсовые, как правильно сказать, в общем, неважно, то вот эта штука круто очистит от шерсти. Вот у меня сколько шерсти с ковра. Причем я несколько раз прошлась. Круто, но, конечно, тяжеловато это делать, потому что получается непонятно, то ли на гибку, то ли на карачках, и так неудобно. Была бы длинная палка, и так раз-раз-раз-раз, было бы классно. Короче, все. Но вычесала я всех. Старушку Гуню тоже вычесала. Она со мной теперь месяц не будет общаться. Вычесала всех в доме. Джуси с Бонной ушли на улицу. Каспер, он там в угол забился. Как вы можете заметить, он там сидит. Вот. Видите, у меня даже вот там вот на... Господи. Как он? На монстере вот этой вот шерсть Касперина. Тут Касперина, Леофана. Вот. Но вычесывала как крутая. Крутая. Правда, все на меня обиделись. А у меня так всегда бывает. День, когда я даю от всяких паразитов, знаете, закапываю им и даю таблетки. То же самое со мной неделю никто не общается. И когда вычесываю, то же самое. Сидит там. Будет весь день сидеть и ночью там будет спать. Потому что мама у него плохая. Мать у него плохая. Все хозяйки, хозяйки у него попалось ему. Ну, в общем, штука классная. Классная, действительно. Особенно вот такой ковер, она даже ворсинки вот эти приподнимает, как прочесывает. Ну, в общем, рекомендую. Цена вопроса 100 рублей, ну, там 100, 120. У разных продавцов по-разному. И очень она металлическая такая. Ну, единственное, что да, неудобно вот из-за того, что все это в нагибку надо делать. Но штука классная. Всем советую. Все, я все начистила, всех начистила. В общем, красота. Сейчас нанесла вот эту штуку еще. Вот, оно такое маслица. Пахнет, знаете, таким... Травой, короче, пахнет. Вот это средство, честно. Ну, не знаю, я брала как бы для кутикулы, для рук. Не знаю, посмотрим. Посмотрим, понравится или нет, но отзывы очень хорошие на него. В общем, ссылочки я вам все, как всегда, оставила. Вот.
На сегодня уже буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую. До новых встреч.